Смотрите в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки о собаках, которым нужен свой дом и ответственный владелец. Возьмите собаку из приюта. В рубрике «Практикум» кто лучше усваивает команды, породистый пес или дворняжка? Кого легче обучить командам? Советы бывалого владельца. И новинки в формате программы. Беседа о серьезном на свежем воздухе. В гостях Инна Тарасенко, руководитель подрядной организации по отлову и содержанию безнадзорных животных. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».